Вот сейчас подойдет пароход, и к причалу пристав с разворота, он кому-то любовь привезет и ее увезет от кого-то. Вот и трап расстилают ему, пароход так красив, независим, но на пристань ходить мне теперь ни к чему, ни свиданий нет, ни писем. Каждый день я встречаю суда, из окна молчаливым приветом, только ты, не приехав сюда, никогда не узнаешь об этом. Все же надо пойти к кораблю и сказать обо всем капитану, что как прежде грущу и как прежде люблю, ждать тебя я не устану. Тебя.